Но игра получилась такой довольно боевой, было много фолов, травм и желтые карточки. Что повлияло на такой характер игры? Обе команды боролись, хотели выиграть, а от этого все фолы. Все... Не было грубости, была просто жесткость и все. Ну, создалось впечатление, что первые минуты ваша команда не очень получились, пропустили мяч и долгое время не удалось забить. Что произошло? Не вошли в игру, давно вы просто не играли. Давно не тренировались даже, не то что не играли. Да, и вот. Надо было почувствовать мяч, почувствовать игру. Изучить соперника и самим вспомнить, как играть. А вот насчет соперника, удивил вас чем-то он? Не. Его ничем не удивишь, по-моему. Ну, хорошо играли первые минут 10 соперники, потом они пропустили, расслабились и все. И все, матч был решен. Ну и какие у вас планы относительно турнира? Надо сначала выйти из группы, а дальше уже... А дальше посмотрим. Дальше уже жеребь этот случай будет, как получится. Главное занимать первое место, чтобы не выходить на USB, по-моему, да? Да. Это ключевой аспект. Хорошо, спасибо.